Друзья, всем привет! С 6 по 12 октября этого года в Ташкенте будет проходить чемпионат мира по борьбе дзюдо. Вот он. Вот такой. Вот он. Оп. Вот видите. Вот. А в рамках подготовки к этому турниру проводится викторина. Викторина называется «Мой первый бросок». «Мой первый бросок». И победители этой викторины смогут быть на турнире в Ташкенте в качестве гостя. Так вот, друзья, есть очень хороший мальчик Платон Епифанов. Вот тут показан его бросочек. Смотрим. Спасибо. Так вот. Это красиво, конечно. Так вот, это были первые соревнования Платона Епифанова. Это здесь ему 8 лет. И, собственно, вот этот ролик был выставлен на эту викторину. Уже собрал там достаточно количество. Ну, не лайков, но голосов. Голосов набрал, да. Друзья, поэтому очень бы хотелось помочь, чтобы Платон Епифанов с папой Алексеем были гостями на турнире в Ташкенте. Я думаю, что я вломаю в случае победы в этой викторине. Я уговорю Алексея Епифанова сделать много репортажей оттуда, ну, хотя бы несколько репортажей. То есть это будут люди, наши люди на турнире. Вот, как сделать регистрацию, как проголосовать за Платона Епифанова на этой викторине. Значит, ссылочку я сброшу, по которой можно будет ходить. Так, как голосовать? Надо открыть ссылку, нажать на sign in, регистрация, выбрать зарегистрироваться из предложенных опций, например, через Google, и проголосовать, нажав на кнопку ippon. Да, друзья, до голосования осталось, до конца голосования осталось, наверное, неделя. Вот, поэтому, кто хочет помочь вот этому хорошему парню, которому здесь 8 лет, сейчас он больше уже, конечно, побывать в Ташкенте и увидеть чемпионат мира своими глазами. Друзья, давайте поможем. Платон Епифанов, ссылка будет в описании. Я думаю, что с трудностями при регистрации мы разберемся. Нам удачи, нам победы. Если мы это сделаем, это наша будет небольшая общая победа. И репортажи из Ташкента нам обеспечены. Друзья, всем пока. Выключаемся.